Всем привет, с вами снова Лего, и мы поиграем в симулятор козла. Я еще хочу немножко побегать. Так. Какие-нибудь пособирать ачивки, если что, первую часть я уже... Точнее, первая часть ролика уже есть, там я просто занимался вообще какой-то херней, но и здесь, по-моему, тоже сейчас ничего не выйдет. Сколько, интересно, можно прыгать на этом батуте? Нужно пнуть какой-то объект на дистанцию 100 метров сейчас. О, в смысле, я не понял, так можно и без конца... Ну ладно, давайте будем пинать. Давайте... Так, машины нету. Тугл рэгдолл. Это замедление, я уже забыл, как лизать. Чувак, можно тебя лизнуть? Да. То есть я его... А, здесь в сумме, нет? Во-во-во-во-во-во-во. Сейчас будем пинать. Ну, погнали. Бам! Все, эту ачивку мы выполнили. Изи. Изи катка. На дистанцию 100 метров. Флиппинг изи. А это я забыл, как делать. Сейчас вспомню. Так. А, надо правую кнопку зажимать, и вот. На 360. Все, забутил. Че, 6 секунд нужно зависнуть? В воздухе, что ли? Открывайся, давай. Ну, давай, зависнем. На 6 секундочек. На батуте это изи. Jumping on trampoline. Jumping on trampoline. Раз, два, блин. Раз, два, три. Это становится с каждым разом тяжелее. Раз, два, три. Нет, выше не прыгает уже, да? Блин, а как? Ой. Как мы еще можем прыгнуть-то? Я один раз с багом, с чуваком... Сейчас заберем кого-нибудь. Погнали. Пошли, чувак, на мне прыгать. Тен-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, несем чувачка. Вот, я на этой штуке как-то подпрыгнул. Как-то вверх так меня прям заколбасило, вообще четко. Ну нет, меня прям как-то вверх, чуть ли не в космос. Ладно, этого чувака надо отпустить. Ну-ка, чувак, иди-ка... Прыгни, да что ты привязался-то ко мне? Он еще может легаться. Легаза! Давай. Нет, короче, ясно. Как же мне... Вот, вот о чем я говорил! Ну, 6 секунд. Есть, есть, есть. О, прицепиться к машине, да? Да? Все, выполнено. 720 фронт or back flip. То есть. А как это сделать? Airtime normal. Я тут вообще фишки бучу. Мне бы еще скейт. Коза на скейте. Get be a car, ну это понятно. Complete. Я еще какие-то ачивки выполняю. Че тут? Че там? Я там не был. И куда меня? И что? Jumping on fun какой-то. Нет. Jumping on fun не нужен. Flipping normal, я так понял. Оп. Тихо. Меня шлепнули. Так. Интересно. Perform SX Full 720 front on back flip. 360. Это вот так вот. А 720... Вот так вот, что ли? Ну, я примерно понял, где это можно замутить. Фронт флип. Вот, а нужно флиппинг нормал сделать. Фронт or бак флип. Вот так, что ли? Да ё-моё. Подожди, или назад бежать? Нет. Ай.
Бэкфлип. Вот же я бэкфлип сделал. Значит, бэкфлип мы сделали. Фронт or бэкфлип. 720. Ну, вот фронт флип. А теперь осталось на 720 градусов. 720 градусов! Как это сделать? Блин, ну что я как нубаста? Подвиньтесь. Подвиньтесь, яджиги. Бам. Так, где тут можно залезть на кран? И с него попробуют замутить хоть какой там флип. Давай, давай, давай. Ой, бошку его мотает, мотает бошку. Так по лестнице. Мотает его просто. По полной. Давай, сейчас залезем. Опа, что там за робот? С каким-то чуваком. Может, это пасхалка? И как нам туда запрыгнуть? Ну вот, сначала попробуем с бэкфлипом. Не понял. Да я сделал неправильно. Фронтфлип 180. Я умею делать. Блин, 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 блин. Да что ж ты будешь делать-то? Флиппинг, флиппинг нормал. Короче. Короче. С ачивками что-то у нас не выходит, да? Да-д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 а. Хоп! Хит байка. Это бэкфлип. Блин. Это 180. А мы сейчас на батуте замутим, точно. Что-то я туплю. На батуте. Побежали, 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 побежали. На батуте сейчас раскачаемся. Вот, 720. А что нужно быть первым? SX full from backflip. Сейчас мы еще в замедленном действии это все сделаем. Ага, сделал. Просто мастер. Тысяча 80. 360. 180. 360. Ну все ясно. Теперь, наверное, надо это просто делать вперед. Да-да-да, сейчас все будет. А, блин! По-моему, два раза вперед и получится. И получится все норм. Но я сейчас упаду. Эх, эх. Ай, блин, а. Короче, вперед 720 надо, либо назад. И я понял. Раз, два. Да блин, слишком высоко получается. Ну ё-моё, прыгай давай на батуте, чувак. Давай, давай так, оп. Все, флиппинг нормал, наконец-то я выполнил. Get a total score this big. Это что означает total score normal? Get a а, просто набрать очки, я понял. Давай, чуваки! Так, где, интересно, дают много, много очков? Нам нужно набрать 500 тысяч очков. Чувак. Воу! Я понял, нам нужно умножать, все крушить, все сломаем сейчас. И все это умножится куда-нибудь, да? Уу-ху-ху-ху! Чуваки, здорово, скиллшот! Нормально, да? 30 тысяч. Ну прям нам нужно что-нибудь такое прям грандиозное. Мы там запаримся набирать до 500 тысяч.
А чтобы сделать грандиозное, что нам нужно сделать? Пойдем залезем, наверное, на кран. Кстати, если я допрыгну на батуте вот туда, что там? Что там? Там что-то лежит, что ли? Сейчас попробуем. Так, давай. Я запрыгнул в комнату. Где там какая-то штука упала? Вот это что такое? Что за баллон? Hit by my truck. На баллоном. Ну же. На баллоном. На баллоном. Воу. Бомбануло. Танцуют. У них праздник, да? Баранов они жрут. Праздник у них, да? Я вам покажу сейчас праздник. Праздник у них, да? Праздник они делают, да? Нетушки. Жалко, в дом нельзя забежать. Ломаем все. Праздник у них, да? Ну, конечно, праздник. Я вам не дам праздник. И что, 1684? Ну, вот это еще более-менее. Так. Теперь куда мы можем запрыгнуть? Что это за... Что-то я не понял. Это что, горка? Ну, покатились. Давай. Трупак летит! Трупак летит! И чё? Чё за бредятина? Почему меня дальше не выкинуло? Да, ачивки здесь, конечно, тяжко выполнять. Давай. Мотает ты как! Мотает! И прыжок! Батут! Ну ничего так. Открывай ворота. Сейчас пойдем на кран. И посмотрим, что там можно будет сделать. На кран. Но в эту игру больно ты не наиграешься, если только разок. Попробую что-нибудь поприкалываться или какие-нибудь интересные моменты. А так, тут вся игра заключается в том, чтобы выполнять ачивки, разные задания. Он еще голову так мотает. Еще можно говорить... Ба! Можно говорить, кстати. Мне дали ачивку ба. Тоже неплохо. Так. Еще повыше. Нет! Ну что ты, как кривой ты весь, осел? Это Шрека друг. Давай, забирайся на самый верх. Нам нужно попасть на аэроплан! И тири-тири-тин-ти-дин-дин. Аэроплан! Вот туда нам надо попасть. Он где-то тут летает. А там вообще он какие-то из портала два робота стоят. Че у него сразу голову откидывает? Так, все аккуратненько. Забираемся. Там, кстати, чувак сидит. Эх, пролетел уже аэроплан. Чувак, не надо здесь сидеть. Чувак, пока. Бедолага, улетел. Так, ну чё? В город-то, кстати, нам нельзя попасть. Тут маленькая деревушка. Вообще, как можно было сделать такую игру? Я ничего не понимаю. Ну чё, ты летишь, нет? Вот он, летит. Вот он. Летит. Это наш выход. Это наш выход. Давай, братишка, лети. Опять не успею, да? Нет. Ну почему? Ба! О боже, надо заправку тогда взорвать. Хорош тут заправляться.
Не понял. А ты что дальше стоишь? Я тут заправку рванул. Во. А он стоит, главное. Магазин. Ломаем магазин, набираем ачивки. По одной, по две. А что делать? Как мне еще набирать тогда? Айзем зямби. Куча чипсонов. Ну вот, набираем, набираем. Как-нибудь, я не знаю, как мы это сделаем. Я не знаю, как мы это сделаем, но у нас уже по умножению нормально. И все, сейчас закончится. Сейчас уже закончится. И что, сколько дали? 328 тысяч. Вот нам нужно еще найти такое место, где можно будет также поломать все. А я знаю... Ну ты что споткнулся об какие-то там бугорочки? Бугорочки, бугорки. Так. Ну заходим домой. Да, вот типа такого. Ты что за портал кей? Там какой-то был портал кей. Вот нам нужно заходить домой. И все здесь... И все здесь крушить. Все ломаем здесь. Все просто. Че плохо лежит, че хорошо. Набираем ачивочки. О, здесь они покушали, что ли? Ну, не знаю, что они здесь кушали. Давай, давай, мне нужны ачивочки. Много ачивочек. Фарм, кушай, кушай, кушай. Да блин, я застрял в какой-то бочке. Чё там уже, я не знаю, там умножение, это уже на соточку катит, да? Все кричат, давай, давай. А зачем они кричат-то, они вообще живы, что ли? Ты как там вообще оказалась? Ну-ка, вставай, давай. Она что-то в баге, смотрите, как ее колбасит. Ла-ла-ла-ла-ла. Все, мы набрали 500 тысяч. А, теперь нужно нам... О! Моя любовь живет почти где луна. Та-та-та-та-та. А что такая большая? Давай целоваться. Целуемся мы с ней. Иди отсюда. А ты чё? Ты кто такой, ёпт? Ты кто такой? Что-то я тут нашел. Headbutt Gold. Какую-то штуку нашел. Так, нам нужно сделать теперь три раза, да, прыжок. Ну, давай попробуем. Давай попробуем, что могу сказать. Раз, два, три. Всё. Airborne. Блин, 18 секунд в полете надо быть. Как это делать-то? Мы уже как трупак. Что, получится у нас на этом батуте замутить 18 секунд? Давай, давай, трупак. 3, 4, 5. По-моему, выше нельзя уже, да? Или можно? 3, 4, 5. 6. Давай выше, выше, еще выше. Блин, как-то тут в космос же можно летать. Мне даже кто-то в комментариях писал по первому видео. Но я не знаю. Так, куда здесь можно запрыгнуть-то хоть посмотреть? Вот туда, если только. А там что? Там фактори какая-то. Оп. Оп, оп, оп. Так, и как нам нужно 18 секунд в воздухе продержаться? Мне очень интересно узнать. Да хорош ты спотыкаться уже. 18 секунд в воздухе, вы чё, прикалываетесь? Даже вот эта штука не поможет. Чё за жесткие задания? Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн.
Ну, сейчас мы поднимемся, сядем на этот аэроплан. Здесь есть еще какой-то ракетный ранец. А где это все находить-то? Может, это у тех чуваков? А как к ним тоже попасть? Прилететь только? Тихо, тихо, тихо. Главное не упасть. Но здесь, если я даже с этого крана упаду, 18 секунд не будет. Это 100%. А что же делать? Сейчас опять лоханусь в очередной раз. А ты чтоб нас как-то в космос выкинуло. В космос! Да опять, да зачем я тороплюсь-то? Так, а ну зачем? Тороплюсь, тороплюсь. О, а там что? Там ничего, на стройку залезу, тоже ничего путевого нету. Вроде карта-то маленькая, а секретов здесь просто куча. Здесь можно и ранец найти, где только не знаю, и в космос попасть. О, там строители, если это я могу еще выше прыгать. Надо попробовать, кстати, вот с этого батута, который повыше. А, я понял, с этого батута к тем чувакам. Сейчас попробуем запрыгнуть на... Опять... На аэроплан! Если не получится, то будем к роботу. К роботу прыгать. И у него что-то всякое возьмем. Где аэробус? Где аэробус? А робус, ты где? Вот он пошел на круг. Пошел на круг. Пошел на круг. Пошел на круг. И заходит на круг. И на него надо прыгнуть. На него. Все, не торопимся. Не торопимся, ждем. Все. И чё? Мы в воздухе или нет? Я от него... зачем? Я же к нему приклеился языком, оказывается. Точно, за него прыгаешь, языком держишь, и все. Это изи. Сейчас ачивку мы эту выполним. Все понятно. Все легко. Все очень просто. Велосипед там стоит. Блин, а побыстрее нельзя? Ну почему нельзя побыстрее? Бах! Я хочу побыстрее. То есть, блин, а тут записываться-то нельзя в этой игре? Нет, нельзя. Весело, да? То есть, заходите в игру заново и заново ачивки собираете. Очень круто. Очень круто. Че, он уже там заходит на следующий круг? Заходит, нет, надо успеть, надо успеть. Где он? Где ты? И я жду тебя. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он наш шанс. Наш шанс. Как я на него вообще запрыгнул тогда? Сейчас фейлюсь, стопудняк. Стопудняк. Фейл by fail. Все, прицепился. Все, ничего не нажимаем. На языке. Летим на языке. Все, порхаем. 2 секунды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Классно летим. Вот он всю карту летает. Только на Art Time Hard. Где-то Total Score 200 тысяч. Total Score, вы чё? Я чё, блин? Во-во-во-во-во, вот туда надо, вот туда надо. Чтоб нас там заколбасило. Вставай, давай. Да блин! Куда ты нас выкинул за карту? Это чё, в город? Нет, нельзя, я ж говорю, нельзя в город. Эх, бредятина, я вообще попал за карту. За карту. Ну давай. Угу. И что за картой можно делать? Ничего, поэтому делаем респаун. Так, два... Сейчас
попробуем запрыгнуть к роботам. А смотрите, вот какие-то зеленые штуки. А, это велосипед, блин. Какие-то зеленые. Вот это что такое? А? Start time trial. Ну давай. И что надо делать? Start time trial? Что? И куда я побегу? Загрузочка еще. Что делаем? Что надо делать? А, собрать 200, я понял. Я барашек, мне нужно 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200. 200, 200, 200. Быстрее. Вообще в идеале надо было бежать в магазин и мозги не парить. Пати-крашер. Конечно, я пати-крашер. Навернул всех просто. Это что за ракета? Вот она! Что за ракета? Бам. 128 тысяч выполнил. Нет, что-то не айс. Что-то не айс. Мне кажется, надо идти на заправку и там. Там можно. Рестартик, рестартик давай. О, можно, ну понятно, лик, рагдол, тогл спринт, перфект лендинг. Так, погнали. Погнали, погнали, давай, барашек. Полетел. Полетел, чувак, давай, 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 давай. Пошла заправочка. Да куда ты меня выкинул-то, ё-моё? Быстрее. И как мне зайти в заправку? Это механик, это не заправка. Тут еще какую-то штуку взял. Это не то, мне нужно в другое место. Мне нужно в другое место. Там чувак стоит до сих пор, заправляется, лол. Быстрее. Ох, щит, да, я согласен. Давай, давай, ну чё там, ну чё там, ну чё там? 169. Ах, гадство! Не получилось, гадство! Пати, пати хард. Пати хард. Давай вставай, чувак, вставай, вставай. Круши ящики. Все, пати крашер, да, давай, ломаем все, что видим, ломаем все, что видим. Столики, люди, давай, все, ломай, кого видишь. Надо примерно сколько набрать, я даже не знаю. Да, вот всех людей, которые тут что-то голосуют. Все, что-то за них ничего не дают уже. По одной. 10 секунд осталось. Не так-то это легко, оказывается. Оказывается. А я там до какой-то заправки еще бегаю. Нифига, да? Нет? You total score close. Ага. Ё-моё, это надо 2 миллиона за одну минуту, что ли? А, нет, зачем? Это я сейчас это делаю, лол. Ну ладно, не получилось, так не получилось. Давайте запрыгнем к роботам. К роботам вот мне очень интересно. Что они там делают? Давай, 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 вставай, 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 вставай. Побежали, 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 побежали. Так, а я отсюда-то смогу, интересно, запрыгнуть, нет? Трупаком-то лучше прыгать. Оп. Нет, отсюда я никуда не попаду. Тихо, стой, 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 стой. Так, ну чё там, полезли вверх. О, куча труп. Полезли опять вверх. И потом нам нужно попасть на стройку. Со стройки через батут в контейнер. На самом деле, что-то, по-моему, как-то тяжеловато.
Мне так кажется. А может быть и легко. А может быть и легко. Забираемся высоко. Прям до батут. Сможешь, нет? Нет. Вот тебя заколбасило. И чё? И чё? И просто все. Ты чё кричишь? Ладно, на этом мы закончим наш ролик. Чё-то мне как-то не устраивает вот такое вот. Здесь, конечно, много багов, и вообще, наверное, пока возвращаться не будем. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки. Всем пока.